Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Сегодня я открываю на своем канале новый плейлист, который будет называться «Выполнялка». Что это означает? Это означает, что вы обращаетесь ко мне с просьбой решить какую-нибудь задачу, а я выполняю вашу просьбу. Если у меня будет время, я отвечу на этот вопрос достаточно быстро. Если нет, могу не ответить или ответить попозже, предупреждаю сразу. Итак, сегодня я получил вопрос, как решить вот такую вот задачу. Задача: брусок массой 3 кг соединен с грузом массой 2 кг, невесомой и нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый идеальный блок, чему равен модуль ускорения бруска. Ну что нужно делать? Нарисовать чертеж. Я вот чертеж нарисовал, и прежде чем я начну решать задачу, нужно сказать, а что такое идеальный блок? Идеальный блок — это тот, который совершенно никоим образом не влияет на ниточку, которая через этот блок перекинута, нет трения. Вот так вот. Итак, вот это у нас большая масса. Она равняется у нас 3 килограмма. Это маленькая масса, которая равняется 2 килограммам. И нам нужно найти, с каким таким ускорением будет тело двигаться. Ну, давайте сразу посмотрим, как будет тело двигаться. Оно будет двигаться против часовой стрелки вот таким вот образом. Вот. Почему? Потому что 3 килограмма больше, чем 2 килограмма. Вот. Это первое, что мы должны, так сказать, понять. Ну, а теперь что нужно сделать? Расставить силы. Расставляем. Вот сюда вниз будет действовать сила тяжести. И сила тяжести будет действовать как на тело массой 3 кг, так и на тело массой 2 кг. Теперь, что мы должны знать? Что раз ниточка привязана к каждому грузику, значит, будет существовать натяжение нити, которое обозначу буквой Т. И мы должны знать, что натяжение нити по всей длине будет абсолютно одинаковым. То есть вот это Т равняется вот этому Т. Теперь дальше. Смотрите. Есть много разных подходов к решению этой задачи. Я буду решать таким образом, ну, как сказать, который мне нравится. Вот. Смотрите. Вот все силы, которые будут смотреть по направлению движения, они будут положительными. А все, что будет мешать как бы движению, оно будет отрицательным. Теперь смотрим. Раз, два. Два тела. Значит, я должен написать два уравнения второго закона Ньютона с учетом тех сил, которые будут действовать на каждое тело. Еще раз повторяю, все силы, которые будут смотреть по направлению движения, будут считаться положительными. Ну, давайте начнем с большого тела. Итак, вся эта штуковина движется вниз. Значит, сила тяжести, которая будет действовать вот на это тело, тоже будет направлена вниз в данной ситуации и по направлению движения. Значит, она будет положительно, записываю МЖ. А Т мешает, значит, будет минус Т. Вот все. Вот это у нас получилась сумма всех сил, которые будут действовать на тело. И чему это будет равняться? Произведению массы тела на ускорение. Теперь переходим ко второму телу. Что мы видим здесь? Т у нас смотрит вверх, то есть по направлению движения. Значит, она будет положительна. А вот сила тяжести, вот эта вот маленькая МЖ, она мешает двигаться, вот этому подниматься как бы вверх. Значит, поставим знак минус. Все, больше никаких сил не действует. Равно произведению массы тела на ускорение. Вот получили систему двух уравнений. Теперь, если мы получили систему двух уравнений, мы должны бросить наш взгляд, что здесь происходит. Вот смотрите, тут минус Т, а тут плюс Т. Если я сложу, значит, они у меня сократятся. Поэтому, что я предлагаю? Просто вот так вот взять и переписать левую часть вместе. Получается МЖ минус Т, плюс Т минус МЖ,
Левую часть переписал, думать-то и не надо, да? Я теперь правую часть переписываю. Мама плюс мама. Мама. Т-т сократили? Сократили. Ж можно вынести за скобку? Можно. М минус М получилось. А тут что? А тут А вытаскиваем за скобку. Будет М плюс М. Ну и отсюда будет следовать. Вот этот значок. Отсюда следует, что ускорение, которое мы ищем, будет равняться gm минус m, деленное на m плюс m. Ну вот, вот здесь вот я посчитаю. Будем считать, что g это 10 метров на секунду в квадрате. Мы-то знаем, что это 9,8. А для того, чтобы подсчет наш был проще, мы округляем 9,8 до 10. Тогда ускорение у нас получается 10. Так, 3 отнять 2 будет 1. 3 плюс 2. О, 3 плюс 2. Кино такое было. 5. 10 делить на 5, получаем 2. Метра на секунду в квадрате. Ну вот такая вот выполнялка. Спасибо. Если не трудно, запишитесь на мой канал, который называется Эли Гор. Ну и не забудьте поставить лайк, пожалуйста. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Пишите, спрашивайте. Попробую на выполнялке выполнить все ваши просьбы.